И снова здравствуйте. Предыдущее видео не всем понравилось, не знаю почему. Ну, фиг его знает. Я представляю вам тогда, те, кого опять же не видели, тут задали вопрос, сколько их всего у вас находится. Да, кстати, всем привет, это снова рука. Ну, я пока не буду этого говорить, потому что просто не хочу. Сами посчитайте, если вам будет интересно. И в данном видео я предоставлю тоже одних из моих любимцев, которые к нам попали, ну, не странным образом, наверное, а потому что кое-кто в больших зоомагазинах не умеет содержать крыс, и они у них болеют. Крысы эти появились, это мальчики, это у нас, это Двас, ну, мы решили так назвать крысу, это Двасик, вот, морда не нравится ему, что я его беру. Это типа почти альфа-самец. Вот. Он у нас появился после того, как мы ездили купить корм крысиный. Да? Вот. А получилось так, что там сидели два брата-акробата. Вот второй, кстати, брат-акробат бежал. Это раз. Ну, соответственно, да, там Двас. Здесь у нас раз. Вот. Он помельче. Вот. И что-то меня дернуло открыть, попросить клетку, чтобы мне показали крысявок. Вот. Там тут жена еще тоже сказала, что что-то там не так. И мы, значит, прослушали их. Они сидели на еловых наполнителях, дико хрипели, придали носиками. Им было там плохо. Еловый наполнитель для крыс вреден. Да, тут еще хотел сразу сказать, что по поводу окна, да, и то, что крысы гуляют по окну. Здесь на подоконнике специально утеплитель, чтобы было не холодно, хватит меня метить. Вот. И окно все заклеено, тут не дует, когда будет холоднее, соответственно, все это окно я полностью заделаю, и крысам холодно не будет, они не простудятся и не заболеют. Форточка наверху закрыта, сквозняков нет. Крысы сквозняки боятся и начинают сопливиться и чихать. Вот. Ну так вот, продолжим разговор. Это вот крысы были, в принципе, взяты для того, чтобы найти им хорошие руки. Забрали их бесплатно, потому что их бы, скорее всего, тоже скормили кому-нибудь. Там удавам, ужам или еще каким-нибудь хорошим хозяевам. Это наша шила в попе. Он пока у нас без имени, потому что он ищет хозяев. Он добрый, хорошие ручки. Мальчишка просто реактивный. Он бегает, носится как сумасшедший. Вот. Если кому-то нужен, ну, я, естественно, из крысолюбителей, а не просто так чисто на побрать, то невозможно снять, потому что это просто какой-то шило в заднице. То мерси, пожалуйста. Вот так вот, это еще одна наша маленькая стайка. И ребят этих я решил все-таки оставить себе, потому что они классные, они не кастрированные, они... Не, иди сюда. Иди сюда. Ну, как я не могу тебя поймать, ну что за фигня? Так. Они не кастрированные, живенькие такие, крысявки, вот, протокольные, да, вот. И, в общем, как-то они прижились и решили их уже никуда и не отдавать. Вот так вот, это такое самое коротенькое видео по нашему выгулу и третьей нашей стайке. Вот. Это Расик, Расик у нас тоже. Расик побежал. Вот сейчас они все это пометят, и мне потом все это придется протирать, чтобы следующие крысы сильно не реагировали. Ну вот, как-то так. Вот еще одна наша крыса, крысостайка. Вот. Не нравится, ему убегает. Все. Это коротенькое видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.